шикарный Kia K900, огромный современный монитор, и к нему мы научились подключать дополнительную навигационную мультимедийную систему. Сейчас справа у нас YouTube, слева Яндекс.Навигатор. В любой момент любое приложение развернем на весь экран и будем пользоваться им полноценно. Например, полноценное штатное сенсорное и голосовое управление для Яндекс.Навигатора. Алиса. С Play Market сами можете скачать абсолютно любые приложения, загрузить их и пользоваться ими так, как будто они всегда здесь и были. На рабочий стол загружаете и с него запускаете, например, онлайн-телевидение, где все каналы со всего мира к вашим услугам. При включении задней передачи появится изображение со штатной системы парковки. Она всегда в приоритете. При нажатии штатной кнопки Back перейдете в оригинальную систему, что-то там измените, настроите, и в любой момент опять нажимаете Back и переходите в дополнительную систему. Так что обращайтесь, и в вашем автомобиле появится такая же великолепная возможность.